Правда жизни только у нас. На Лайфе этот час предлагаю прожить с Евгенией Паничкиной. В ФСБ назвали имя главы украинских диверсантов, которые готовили теракт в Крыму. Это сотрудник Главного управления разведки Минобороны, незалежный Владимир Сердюк. Он организовывал переброску в Крым 3 диверсионных групп. Одна из 4 человек и еще 2 из 5. Задержанные российскими силовиками уже начали давать признательные показания. Их откровения пугают. Украинские диверсанты планировали устроить взрывы в самых людных местах. На автовокзале, в аэропорту. Один из задержанных, Андрей Захтей, сообщил оперативникам, что нашел в Симферополе 4, как он выразился, перспективных места для закладки бомбы. Цинизм налицо. И вот, по словам Захтея, он действовал по приказу военной разведки Украины. Помогал перевозить диверсантов и их страшный груз. А другой задержанный, Евгений Панов, рассказал, как его завербовали чуть менее года назад в Запорожье. Планы диверсантов оказались похожи на стратегию преступников, которые совершили теракты в Брюсселе. На Панова возлагали миссию – устроиться работать в аэропорт или на железную дорогу и уже там подложить бомбу.